নিবৃত্ত নিতরং ভুমান অসতীন্দ্রিয়তর্ষণা যেন সম্ভাস্যমানেন প্রপন্যান্ধ্যম তমহ প্রভু। শ্রীশিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদ টোল্ড দ্যাট দিস মেটেরিয়াল ওয়ার্ল্ড, দ্যাট দিস মেটেরিয়াল প্ল্যানেট, দিস মেটেরিয়াল ওয়ার্ল্ড ইজ দ্য প্লেস অফ পেইনফুল টেস্টিং ফর আস। শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদ সকাজাল শো এটা মিস্ট মেটেড ম্যাটেরিয়াল মির, это мир для испытаний, для страданий для всех нас. Будьте очень внимательны насчет этого. Нет ничего вечного в этом мире. Шрила Прабхупад говорит, что нет ничего вечного в этом мире. Никакие деньги, никакие богатства, они не спасут вас. Власть, она тоже не сможет защитить вас. Ваше тело, оно тоже временно. Этот материальный мир, он тоже временен. То, что, чем, все, чем вы обладаете, оно тоже временно. Вы должны терпеть все страдания, все проблемы, которые приходят к вам, поскольку это наставление Махапрабху вот, в третьей шлоке Шикшаштаке и Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад говорит, что вы должны терпеть все, что происходит с вами. Вы должны страдать и терпеть, чтобы развить ваше терпение, чтобы вы смогли достичь того уровня, чтобы принять харикатху, которую вы слушаете. Или даже, если вы более смиренны, чем травинка, вы тогда сможете говорить харикатху. Это единственное условие. Перед тем, как говорить харикатху, это единственное условие, которое вы должны понять. Мы обсуждаем третью часть. Мы говорим о Девахути, о Девахути и о Капиле. Он воплощение Верховного Господа, аватара Верховного Господа. На самом деле, если вы не сможете понять эту тему, я имею в виду Санкхья Таттва, то никогда вы не сможете совершать баджан. Вначале всего вы должны осознать, что жизнь, она очень коротка, и все, чем вы обладаете в этом мире, оно все не вечно временно. Нет ничего вечного. Вы не можете принять прибежище у человека в качестве мужа. Или нельзя принять прибежище у денег, поскольку они все временны, никто не может защитить вас. И поэтому в Бхагаватам мы находим вот эту шлоку. Это уникальная шлока. Я обсужу ее чуть дальше. О том, о Шобари Риши. Шобари Риши, Шобари Риши, он был настолько могуществен,
Он совершал баджан на протяжении последних 60 тысяч лет. Можете представить, из-за какого-то небольшого оскорбления он потерял все, он пал в материальный мир. И там прекрасная шлока, вот это. Питана сасят саджану на саджанани на сасят, потим на сасят, на дуйван на сасят, намуче это джо самупетам иктим. Who cannot deliver you from this material world? Кто не может спасти вас из этого материального мира? Будьте внимательны. Тот, кто не может спасти вас из материального рабства, он не гуру. Он вообще он не может быть ни гуру, ни отцом, ни матерью, ни мужем, ни женой. Это очень сокровенная сиддханта, очень важная. И смотрите, Мануputри. Мануputри, дочери Ману. Вот во дворце Ману. Очень такие хорошие условия были для их проживания. Где вот место, где Ману жил и повелевал всем миром, он был сыном Брамы. И сейчас мы все слышим о том, что случилось, как и как Кардамариши, как он женился на Девахути, дочери Ману. И после этого, согласно его предыдущему обету перед женой, будьте внимательны. Он сказал, когда ребенок родится, сын, я уйду из этого. И вот он был очень счастлив, что, а он был очень удачлив, что Верховный Господь явился как его сын, как Капила. И он вырос, он уже повзрослел, и правило в ведическом обществе таково, что те, кто заботятся о своей жене, если у них рождается сын, который может позаботиться о ней, он повзрослел, то они могут отдать всю ответственность в руки этого сына, чтобы он заботился о жене и о прочем. И Кардамариши уходит, он принял саньяс. Почему он принял саньяс, я тоже отвечал. Поскольку Верховный Господь явился как в его доме, как его сын, но для того, чтобы получить прямое чувство, то есть получить опыт, практический опыт этой саньясы, я вот говорил о трех вещах уже, то есть то, что вы можете осознать через ваши органы чувств, пратьякша, паракша, через какое-то знание, что может, ну, из чужого опыта, видимо, паракша, вы можете осознать, как Верховного Господа с помощью ума, с помощью слушания, но это не апаракшанувати. И вот чтобы получить эту апаракшанувати, вы должны практиковать и получить это прямое осознание в своем сердце, чтобы это знание, оно стало вспелым, оно, чтобы вы приняли, осознали это знание. То есть не просто теоретически, а в практической форме, чтобы вы осознали все.
Шрила Бхакти Прамод Пуридев Госвами Махарадж, если кто-то гневался, он звал его к себе и говорил, ты должен слушать о Триданди Бхикшу, и тогда вы сможете развить это терпение. То терпение вы должны развить, поскольку вы пришли сюда, чтобы стать вайшнавом саду. Будьте внимательны, не забывайте. Если вы потеряете терпение, вы потеряете все. All you can get lost. Now actually, вот сейчас, at the bank of Bindu Sarovar, на берегу Бинду Саровара, Кардам Риши, он совершал баджан. Кардам Риши now gone. И вот он ушел. And now Копи Капила, now take this place. Он занял его место, он совершал баджан. И мать, она была занята какими-то материальными действиями. И потом она осознала, что моя жизнь проходит зря, а я не занимаюсь ничем серьезным. Вы должны быть искренне достаточно. И вот Девахути, она осознала в своем сердце, что он не мой сын, он сам Верховный Господь. Я должна принять прибежище у его лотосных стоп, чтобы я могла по его милости получить такое прямое осознание. И вот она приблизилась. Just in Gita, и в Гите говорится, Тадбидхи Парипатена Парикрашнена Севая Уподикшанти Те Гьянам Гьянинас Таттагаршина. This is the condition set by Krishna in Gita, установленное Кришной в Гите, что вы не можете получить прямое осознание до тех пор, пока вы не будете служить чистому вайшнаву всем сердцем. Вы можете помнить книги наизусть, проводить лекции перед образованными людьми, но мы не заинтересованы в лекциях. Мы не заинтересованы в ваших лекциях. Мы не хотим слушать это. Нам интересно прямое чувство осознание, которое вы получили от вашего Гуру Падмы, то чувство, если он вообще Садгуру. И тогда, если вы от этого Садгуру получили чувство, прямое осознание, мы заинтересованы об этом. А просто о лекциях, которые вы говорите, мы не заинтересованы. И вот мать Девахути, она плачет. И она приняла прибежище у лотосных стоп Капилы Махараджа. Вчера я цитировал эту шлоку. Jeno sambhasvamaneno prapunyandhyam tamaha prabhu nirvinya nitaram bhuman asudindiyo tarshanat jeno sambhasvamaneno prapunyandhyam tamaha prabhu. You must realize from heart. Вы должны осознать всем сердцем то, что я имею в виду. Девахути, она плакала и говорила, сегодня мне надоело все. Почему? Why you are fed up? Почему тебе Because все надоело, nirvinna. Поскольку? Nirvinna, I am just fed up. Nirvinna mean I am fed up. Нирвина значит, мне надоело все. Какое наслаждение вы хотите? Материальное наслаждение. Я могу дать вам все, что вы хотите, но можете ли вы также гарантировать, что вы будете удовлетворены этим. То есть удовлетворение сердца не обретается от материальных наслаждений, иначе почему люди, живущие в Америке и прочих западных странах, они страдают от разочарования. Почему?
Материальное наслаждение не может дать вам удовлетворение. И также Девахути говорит Гурудеву, не сыну. Не сыну, она относится к нему как к Гурудеву. Я уже сказал вам, вот о Гуру Лиле, Мукунда. Махапрабху спрашивает, кто твой, кто ты, отец своего сына или сын твой отец? Он сказал, что мой сын мой отец, почему ты так говоришь? Потому что Трагуна, от него я обрел бхакти, хотя он маленький, и поэтому я думал, что он мой отец, и Махапрабху сказал, да, ты прав. Если вы получите бхакти от кого-то, то он гуру. И вот Девахути, ей все надоело, и после всех наслаждений, я уже сказал в Имане, как Девахути наслаждалась кардамой, но кардама, он был очень риши, очень высокого уровня. Вы можете думать, что кардама наслаждается, мы тоже можем. Но кардама риши, он сам осознавший себя душа, он в часть секунды он может отказаться от всех материальных наслаждений. Это акова для вас. Вы не можете имитировать его. И вот, вначале всего, ваш материальный ум. Я могу обсуждать это. Ман, будхи, читто, аханкар. How they acting? О том, как ум, будхи, читта и аханкар, они все связаны. Это одна таттва, но действуют они в четырех, по-разному, в четырех, под четырьмя различными образами. И вот Девахути говорит, мой ум, мой оскверненный ум, он стремится к каким-то низким наслаждениям. Я вынуждена была следовать, потакать ему, но сейчас мне надоело. Мои глаза, они стремятся к чему-то одному. Мой язык хочет чего-то вкусных вещей. Мои уши, они хотят слушать какие-то оскверненные звуки, я вынужден их слушать, но сейчас мне надоело, поскольку они, мои органы чувств, они не помогают мне, и мне надоело. Мне все надоело, все материальное, что же делать? Таршанат значит жажда. На санскрите это значит жажда. Например, вы страдаете от жажды, а ваши глаза, они жаждут смотреть на какие-то отвратительные вещи, ваши уши хотят слушать какие-то тоже оскверненные звуки. Ваш язык, он стремится к каким-то нечистым вещам. И таким образом все ваши органы чувств, они вас беспокоит. Снова и снова. Они доведут вас до ада, но почему вы не развиваете сознание до сих пор? Почему ваше сознание не развивается? Вы можете найти, что в храме Сиддханти Махараджа, если вы будете там, вот в Навадвипе, ближайших храм, то можно найти, там сидят обезьяны. Одна обезьяна закрывает
руками глаза, другой рот, третье уши. Что это значит? Не говорить плохого, не слушать плохого и не смотреть на плохое таким образом, чтобы представить вот это, эти действия. Обезьяны сидят, закрыв какие-то органы чувств, чтобы показать вам наглядным примером, какая ситуация в этом материальном мире. Сиддхартха Махарадж вот сделал такую картину. И вот Девахути, она говорит так же, что мне надоело все материальное, я должна, вынуждена была служить, исполнять надежды этих органов чувств, но сейчас я осознала, что они не могут мне понять, они не могут мне помочь, и я нахожусь в таме. И вот эти слова «тама» значит, что мы находимся в невежестве, во тьме. Тьма есть, значит, означает невежество. И что же делать? О Господь, Господь, значит, когда мы говорим «прабу», это значит, мы выражаем уважение тому человеку, к которому мы обращаемся. Прабу, что значит? Прабу, значит, тот, кто может меня защитить. Это правило здесь, что мы... называем кого-то Прабу. И вот... мать Девахути плачет и говорит... И вот это солнце в небесах. This sky, in the sky you can find one sun, sun god. И этот бог сон, полубог солнца. Он может, вы, когда солнце восходит, вы можете видеть все в его лучах, но это сердце, оно, а это солнце, оно не может очистить, оно не может осветить всю тьму в вашем сердце, то есть вы можете видеть только внешние вещи, а внутри вашего сердца с помощью этого солнца, солнечного света ничего не происходит. Это возможно только с помощью саду, гуру и вайшнавов. И поэтому вот в этой мантре говорится, почему. Гурудев, он может дать нам знания, чтобы мы избавились от всех видов материальных оков, очистить наше сердце, и по милости Садгуру это возможно, если он могущественен настолько, что может спасти тысячи и миллионы людей. Почему в Шадгасвами Аштаке говорится, что они могут спасти миллионы людей? И тогда почему они не спасаются, поскольку они не хотят прийти и слушать? И утром вы совершаете киртан. И вот в этих строках говорится. Вы знаете Бенгали, вы учите Бенгали, и тогда вы сможете осознать, получить вкус к киртанам. Вот вы должны утром
петь киртаны утром, под утренний тон. Те классические ведические традиции. Махапрабху не заинтересован в вашем красивом голосе или как вы поете киртан. Махапрабху, если чувство, с которым вы поете, Махапрабху в этом заинтересован, если вы, ну, у вас голос хриплый или еще что-то, но Махапрабху не заинтересован в этом, он смотрит на чувства, он хочет видеть ваше сердце, с которым вы поете киртан, то чувство. И вот, смотрите, и когда солнце восходит, мы можем видеть все, все вещи такие, какие они есть, но это солнце, оно не может осветить наше темное сердце, только настоящие гуру и вайшнавы, они могут это сделать. И поэтому в этом киртане говорится, что гуру и вайшнавы, они могут спасти всю Брахманду. Хотя кто-то может сомневаться в этом, но они могут спасти всю Брахманду, все вселенные, миллионы, миллионы живых существ, но эти живые существа, они не готовы принять прибежище у них и слушать. Они хотят заниматься какой-то политикой с гуру вайшнавами, а те, кто этим занимается, они деградируют жизнь за жизнью, ни в этой, ни в следующей. Они не смогут стать успешными, это сиддханта, описанное в шастрах. И вот вы пришли, и вот она говорит, что ты... Девахути говорит Капиле, что ты подобен солнцу, которое может очистить мое сердце от тьмы, и, пожалуйста, спаси меня. И я хочу сказать, что я женщина. Женщина значит, что по милости Верховного Господа, те женщины, у них есть слабость какая-то. И поэтому как очистить свое сердце? Как все недостатки убрать? Это не их ошибка, это автоматически происходит. И вот Бхагаван Капиладев говорит: о, мать, слушай, пытайся слушать внимательно. О, мать, на самом деле, это вот открытый термин. А вот адьята йогу, я могу сказать о ней, она очень благоприятна для всех обусловленных душ. Они могут обрести наивысшее благо. И тогда упарати значит адьянта упарати. То есть если вы мало заинтересованы в материальных наслаждениях, это не решение, поскольку корень в вашем сердце, вы можете говорить, что вы слушаете харикатху, но я не знаю, вы осознали все это или нет. Если вы осознаете, то перед Бхагаватом я могу гарантировать вам, что по милости моего Гурудева я могу пообещать вам, что никто не сможет вас обмануть, но я не знаю, слушаете ли вы должным образом или нет. Вначале всего, после дикши, ваш шраванам
слушанием, оно должно достичь успеха. Не приняв прибежище лотосных стоп Гурупад Падмы, никто не может получить эту способность принять Бхагавата. И все люди, они туда-сюда бегают, чтобы слушать Харикатху, но Шрила Прабхупад говорит, нет, не нужно ходить, куда же ходить. Вы говорите, что не ходите, но куда ходить? А Шрила Прабхупад говорит, вы должны быть в правильном месте, иначе вы потеряете всю вашу силу. Вы должны идти в правильное место. То есть, тот, кто говорит Харикатху, его характер должен быть идеален, его поведение тоже. Он даже в уме не должен заниматься недостойными вещами. Вы должны быть с тем саду, который получил полную милость Шрилы Гурудева, Шрилы Прабхупады, иначе ваше слушание будет несовершенно, и в любое время проблемы могут прийти к вам. Например, вы иногда слушаете Харикатху Шрилы Сиддхартха Госвами Махараджа и слушаете Кешава Госвами Махараджа, это хорошо. Но если вы слушаете также Харикатху от каких-то материальных людей, то есть те, кто могут красиво говорить, но нет у них чувства настоящего, тогда вы не сможете стать успешными. Будет что-то смешанное. И это как со вчерашнего примера, то есть если вы хотите излечиться от какой-то болезни, вы должны принимать лекарства и следовать диете. Но если вы не следуете диете, то что вы излечитесь крайне-крайне маловероятно. И вот Шрила Прабхупад предупреждает нас, и также в шастрах мы находим Bhakta Sarago Nirago. Bhakta will speak, will Тот, taking the place of Vyasasan. Занимает место на Вьясасане, сидит на Вьясасане. Джива Госвами подает такое наставление, что вы не можете кому попало предоставлять такое высокое положение. И Джива Госвами говорит, нельзя кому попало быть на Вьясасане и давать наставление, поскольку вакта. Есть два вида лекторов вакта. Спикеры, как сказать, ну те, кто говорят Харикатху, вакты, один из тех, кто говорит вожделение, жадность, кама и беспокойство в его уме, он говорит для того, чтобы получить славу, уважение, почтение, то есть может даже он говорит по всему миру, но это проблема. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Прабхупад говорит, что вы должны слушать вашими ушами в достойном месте, чтобы у вас была возможность прогрессировать. Если те, кто говорят ради имени славы, положение в обществе, уважение вашей поддержки, out of 100%, if not more, 99.9%. Если не 100%, то 99.9%. Somehow. Так или иначе, они не могут вам ничего обещать перед Бхагаватам или Шалаграма. Если их попросить, для чего они говорят Харикатху? Для удовлетворения Шри Кришны или для своего собственного? Ну, благо, и Шрила Бхакти Лаптирта Госвами Махарадж спрашивал, вы хотите ли достичь Кришны, прикоснитесь к Шалаграму Гирираджу и обещайте, что вы хотите Кришну, и ничего иного никто не может сказать. Шрила Бхакти Лаптирта Госвами Махарадж говорит, что никто не хочет по-настоящему Кришны. Они Они на показ могут что-то делать. Если вы хотите по-настоящему, то вы, несомненно, обретете Кришну. Если у вас есть потребность в Кришне на 100%, то
никто не сможет вас обмануть, но никто и не может такого обещать под именем Харигатхи. Разные виды наслаждения, всякие материальные звуки, танцы и прочее, бхакти, оно не настолько дешево, чтобы можно было купить на базаре. Капля бхакти, она очень редка. Одна капля бхакти, она очень редка. В нашей жизни я пытаюсь снова и снова следовать полностью Шри Прабхупаде. Я пытаюсь следовать. Может, у нас не получается, но все мы пытаемся следовать, это очень хорошо. И вот это не Упарата, нельзя гарантировать, что сейчас мы не чувствуем притяжение к этому материальному миру, но гарантии у нас нет, поскольку наше сердце не исцелено, а мы, это желание должно быть вырвано с корнем, с вашего сердца. Это корень склонности к наслаждению должен быть полностью вырван. И поэтому Капила говорит, о чем я говорю, о мать. Дукха значит страдание. И сукха сейчас значит материальное наслаждение. И вот, согласно шастрам, нет никакого наслаждения и страдания, но вы чувствуете их так. Пытайтесь слушать внимательно, это очень научная точка зрения. Некоторые люди, например, живут при морозе, отрицательный тип, ну, при холодном климате, там, они хорошо себя чувствуют. Если в Индию приедут в какой-то Раджастан, где больше 40 градусов, и плохо они страдают, как, хотя... Хотя, ну, если человек привык к холодному климату, он чувствует себя хорошо, если он приедет в жаркий климат, ему будет плохо. И таким образом можно доказать, что все ваши наслаждения и страдания, они безосновательны, они не имеют никакой основы под собой. Люди могут плакать, страдать, что мы так сильно страдаем, но вы глупы. Что такое настоящее страдание? Это то, что вы не совершаете баджан. То есть наша главная проблема в том, что мы не обретем Кришну. Мы должны плакать, мы должны умереть ради этой причины. Я должен умереть, у меня нет права жить в этом материальном мире, поскольку я не готов совершать Кришна баджан. И в Гите вы находите наставление данное Кришны. Jehi sansparsaja bhogaha duksha janayevate adhyantavantya kantya nateshu ramate vada. What slok? Какая же это шлока? What slok? Be careful. Будьте внимательны. Jehi sansparsaja bhogaha duksha janayevate adhyantavantya kantya nateshu ramate vada. Те, кто по-настоящему разумный Арджун, они никогда не стремятся к наслаждению органов чувств. Почему? Поскольку эти наслаждения и страдания, они ограничены. Они когда-то начинаются и заканчиваются. И ваши страдания, они тоже ограничены, как и наслаждение. Например, кто-то пьет вино в какой-то прохладной комнате. Ну, это все заканчивается очень быстро. И таким образом я могу показать, что материальные наслаждения и страдания, они не имеют никакой основы под собой. И кто-то вчера... Ну, тот позвонил мне,
И говорит, Махарадж упал со стула и сломал руку, хотя думал о вас всегда думаю, но это плохо. Вы не слушаете Харикатху. Нет, нет, слушаем, нет, не так. Нельзя сказать, но 100 на 100%. Если вы не слушаете Харикатху, не думайте о Гуру Вайшнавов, поэтому проблема пришла в вашу жизнь, иначе не может быть никаких проблем. Когда я спросил, слушает ли он Харикатху, да, слушает, но по-настоящему он не слушает. В тот день, в котором вы слушаете Харикатху, я гарантирую вам, что у вас не будет никаких проблем в вашей жизни. Но если вы не слушаете, то кого вы хотите обмануть, меня или себя? И таким образом Капила говорит, о мать, то, о чем я расскажу тебе, это полное исцеление. Оно даст тебе полное избавление от всех твоих проблем. Твои материальные страдания и наслаждение сукха и дукха, ты можешь избавиться от них обоих. Поэтому, о мать, ты знаешь, какой путь? Слово «сердце» на английском «heart» Читта, на бенгалии, на санскрите это читта называется, это наше истинное «я». То есть вот есть «ман, будди, читта, аханкара», как это перевести должным образом, это большой вопрос. И вот это… It's a kind of locking. И вот это, если вы общаетесь, вы привязаны к материи, тогда и вот Бхагаван Си Кришна говорит в Гите, если вы думаете о материальном, вы общаетесь с этим, то это подобно оковам, и тогда вы привязываетесь к этому материальному. Вы не знаете, но сейчас не получаете этого материальных вещей, и вы гневаетесь, этот гнев помещает вас в тамагуну, и тогда ваш ум не работает должным образом, и это подобно тому, как если руководитель какой-то компании сходит с ума, или он пропадает куда-то, то это предприятие этого руководителя, оно тоже прекращает существование или банкротится. И поэтому ваш ум, он должен быть совершенен и стремиться в правильном направлении. И вот это в этом материальном мире вы можете найти три гуны материальной природы. Никогда не пытайтесь привязаться и общаться к сатва, раджа и тамагунами. Будьте искренни. Те, кто очень по-настоящему разумны, но кто-то может спорить, что гьяни, they are fighting. There is no anxiety because they are not actually fighting. Что-то от гьяни, они могут с кем-то спорить, но они не привязаны к этому, поскольку видят, что сатва и тамагуна, они с собой, как сказать, спорят. Actually, guna and the police is Rajagun. He's fighting with him. Вот такой пример, ворует под влиянием
тамагуны, если это татвагьяни смотрит на это, он не возмущается никак этим, он беспристрастно, а полиция, которая его ловит, она в раджагуне. И вот, например, Джада Барата, он никогда не беспокоился, когда его, он попадал в какую-то опасность. Даже когда его хотели убить, то он совершенно не беспокоился. Он был очень умиротворен. Как вот тебя сейчас убьют, но он не беспокоен. Кто может убить меня? Кришна. Он защищает меня. И Прохлад Махарадж, у него тоже не было ни капли беспокойства. Отец хотел убить его. Но Прохлад Махарадж, он был полностью умиротворен. Он знает, что Хари, он защитит меня. Он, когда отец его кидал с горы в океан, или еще куда-то, сумасшедших слонов натравливал на него, чтобы они раздавили его, но ничего не случилось. Никто не смог ничего не принести, никто не смог не принести никак, никто не смог как-то повредить Прохлад Махараджа. Никто не смог принести никакого вреда ему. И вот это чита, это если вы привязаны к материи, то есть это подобно оковам, а если вы не привязаны, беспристрастные, то тогда вы сможете чувствовать себя освобожденным. То есть ваш ум — это причина рабства, и также ваш ум — это причина освобождения. Это зависит от знания, которое вы обретаете от Гурудева и Вайшнавов. И вот этот абхиман, абхиман значит ложное эго. И сейчас я говорю о том, что вот чита, можно на английском сказать буквально ваше сердце. Сердце не значит, что это у вас физическое сердце, то есть внутри вашего тела. Это чита, буквально сознание или как-то так, и вот антакаран, в ведических терминах антакаран называется, то, что пребывает в вашем теле, это вы, ваше существование, не грубое тело, не материальное тело, а внутри этого вашего грубого тела есть тонкое тело. А это материальное тело, оно состоит из пяти первых элементов, но внутри также есть тонкое тело, вы не знаете. И это тонкое тело Каран. И этот Каран-Шарир, оно ответственно за ваше, это ваше, ну, такое причинное тело. С помощью этого тела оно переносит вас с одного рождения в другое. Каран-Шарир называется. Антакаран. Будьте внимательны, этот Антакаран. Я хочу, вот мы по последовательности, как оно, из чего состоит антакаран, тонкое тело, из чего состоит, оно из четырех элементов состоит, вот, ман, будхи, чита и аханкар. Аханкар – это ложное эго, ман – это ум, будхи – ваш разум, чита – значит… Внутри, что находится ваше, и как это я могу объяснить Махапрабху, когда говорит о Дарпана Марджане, почему Махапрабху таким образом говорит? Дарпан значит, ну, подобно зеркалу. И почему Махапрабху говорит так? Чета Марджан — это
Чита Дарпана Марджана. И Махапрабху говорит, ваше сердце подобно зеркалу. И вы должны очистить его. И в различных писаниях также говорится, и также иногда ваше сердце сравнивается с большим озером. Чистой, прозрачной водой. И днем, и этим летом, когда нет дождя, нет ветра. No wind at the at present, you see. Now и вот тогда я могу показать вам, что это водоем, он подобен зеркалу. Поскольку в детстве мы ходили по различным местам, мы играли там, и мы однажды нашли, что это вот водоем, он настолько спокоен, подобен зеркалу, и мы кидали камни. И вот мы, когда кинули камень в это озеро, то волны начали расходиться от того места. И в то же самое время вы можете найти с этими волнами деревья, которые стоят на берегу озера. Их отражение этих деревьев, они тоже искажаются. Внутри оно стоит и не искажается, но изображение искажается, когда вы кидаете камень в воду. И наше отражение тоже искажается. И таким образом я могу доказать вам, что это ваше сердце подобно озеру со спокойной водой. И привязанность к материи может сравнить с камнем, который кидается в воду и искажает изображение. И поэтому в этом материальном мире мы, например, чувствуем привязанность к кому-то, и ваше сердце, оно беспокоится, искажается, подобно камню, кинутому в воду. И что же делать? А что не делать? И ваш ум думает, что же делать? Читу можно сравнить с магнитом. Чита, я могу сравнить ее с магнитом. Any magnet, any looking in water piece, and in iron piece, chat. So any attractive thing you are looking, chitto can get magnet, он притягивает к себе и те вещи, на которым вы, которыми вы привлекаетесь. Вот обязанность читы – это образ получить того, к чему вы привязаны. Например, вы видели какого-то человека, привлеклись им, и ваше сердце даже через месяц или еще большее время, оно сохраняет его образ. И после этого вы беспокоитесь, ваш ум беспокоен. Подобно волнам в спокойном озере, это беспокойство ума. То есть вы говорите, что ваш ум беспокоен, но как это понять? Ум же никто не видит. Могу ли я поверить тогда вам, если вы говорите так? Да, ум есть у нас, что если ум беспокоен, то ну, как это доказать? Но можете ли вы видеть, и вот этот ум, он беспокоен, подобно волнам, а руководитель Будхи, разум, он дает наставление уму, как достичь тех вещей. Your brain, Buddhi, director.
И вот действуй таким образом, и ты получишь, что иногда этот Будхи не может вести нас в должном направлении, иногда может, а как вы чувствуете привязанность, притяжение к тем вещам, почему? Я знаю, что чита есть ум, разум, они принимают какие-то решения, но как... Но воля откуда возникает? Это ложное эго, которое находится под влиянием май иллюзии трех гун материальной природы. И под их влиянием вы хотите чего-то. И это все вместе ложным эго называется. И это ложное эго, и все, что связано с ним, они вас порабощают, и вы не можете избавиться от этой проблемы. А для того, чтобы избавиться, нужно принять прибежище у садгуру, который может спасти вас. И вот сейчас Капила дает наставление своей матери. И он дает наставление, как избавиться от этого. Атманаха кавайо виду, саиво саду сукрита, мокшадарам апапритам. 25 аджай. Прасанна маджарам пасам, атманаха кавайо виду, саиво саду сукрита, мокшадарам апапритам. I know what you are saying. How to go out? Я знаю, что... Прасанна маджарам пасам кавайо. И вот кавайо значит, что те самосознавшие себя души, те могут видеть прошлое, настоящее и будущее. И вот прасангам аджарам пасам для тебя это великая проблема. Это привязанность, если вы стремитесь к материальному общению, что вот эта концепция «я и мое», что моя жена, мое богатство, моя фабрика и прочее, но так или иначе, осознанно или неосознанно, вы будете общаться с этим материальным миром, но будьте внимательны, вот вся техника здесь приводится в этом. В Бенгале говорится, что тот, кто совершает Кришна Бхакти, Кришна Бхаджана, он очень разумен, он очень умен. И далеко не каждый может достичь этого уровня. Тот, кто совершает настоящий Кришна Бхаджан, он очень умен. Вы не можете представить, он за пределами вашего понимания. Что значит разум? Значит, что он знает, как сохранять баланс каждую секунду. Я должен совершать Кришна Бхаджан. Каждую часть секунды я должен совершать Кришна Бхаджан. Но I'm sitting in front of my Gurudev Prabhupada. I promise. Ну вот я, например, нахожусь перед внешне перед вами, но на самом деле я нахожусь рядом с Шилой Прабхупадой, Шилой Гурудевом. Вот, например, когда Шила Харидас Такур, когда к нему пришла Лакахира, то можно подумать, ну, если внешне смотреть, что почему он не ушел оттуда, он должен был уйти. От этой проститутки нет. Харидас Такур был очень милостив и очень аккуратен. Он повторял святые имена. Он повторил Харинам. И это Лакахира сказала, я уже день тебя жду. Но Харидас Такур сказал, что мой Харинам не закончился еще. Мы завтра с тобой пообщаемся. Она не поняла, что такое общение.
Она думает, что это физическое общение, а Хайдастаку, он думает, это, что это Харинам, что он может спасти ее. И вот три дня эта проститутка приходила, беспокоила Хайдастаку, а Хайдастаку, он просто повторил Харинам. Но она не могла никак побеспокоить Хайдастаку, он совершенно не беспокоился, он совершал баджан, воспевал святые имена. И после этого, через три дня, эта проститутка осознала, упала к его стопам и сказала, что с очень плохой целью я пришла к тебе. А Хайдастаку сказал, я уже знал, но я здесь, чтобы спасти тебя. Я здесь. И думаешь ли ты, что Хайдастаку, он общался с этой проституткой, или Хайдастаку хотел дать ей свое высочайшее общение, чтобы спасти ее? Что вы думаете? И Шрила Прабхупад, он не был в Калькутте, он никогда не ездил в Калькутту. Шрила Прабхупад ездил в Гаудиамат, он даровал свое высочайшее общение тысячам людей, чтобы спасти их от материального рабства. Вы настолько глупы, что делаете такие замечания. И поэтому, о мать, это зависит от твоего общения, если вы совершаете общение. Но ваше общение, оно материальное. Материальное общение. So you are doing material association. И поэтому это материальное общение, оно может. But that kind of association, if done with Sadhguru Vaishnava pure soul, вы можете привязаться к нему и попасть в рабство матери, но то же общение с самоосознавшими себя душами. Вот мокша двара апавритам значит, что оно открывает ворота к освобождению от всех любых проблем. Мокша значит избавиться от каких от всех видов страданий, а паврита значит открывает. И вот, когда вы стремитесь к благому общению, эти врата освобождения, они сразу открываются. И таким образом, смотрите, Капила говорит, ты знаешь, что я хочу сказать, о мать, ты можешь спросить меня, как осознать, кто есть саду, и Капила Махарадж говорит, что ты должна стремиться к благому общению, и это его мать теперь думает, как понять, кто саду, а кто нет. И Капил же Махарадж говорит, понимаете, кто такой саду, как определить саду? Есть главные признаки, а второстепенные позже расскажу. Титикшаваха. Сухидаха сарвадехина, аджата сатраваха сантаха, садубхо садубушана. Then I can clarify this point. How you can realize that осознать, что вот он саду, вот он саду, а тут не саду, как это осознать? Как понять, кто есть кто? Вы должны понять, очень такая тонкая технология. How to realize? Как понять? Вы должны слушать внимательно. Вначале всего Капила говорит титикшаваха. Титикшаваха на санскрите значит much more forbearing than a root of grass.
значит то, что быть более терпеливым, чем травинка, более смиренным. Это больше, чем настолько он не беспокоится никакой ситуации, ничем. Он полностью удовлетворен, поскольку вот преданный, например, Вритрасу, это в шестой главе, в шестой песне Вритрасу, где бы он ни находился, в аду или в раю, он чувствует себя великолепно. Он не беспокоится ничем. Тринада Висунджина Тарарабхисайшнанас. Аманина Манандину Киттаниюма Шадавари. Махапрабху speaking. И вот Махапрабху говорит, что дерево, например, никогда с вами не ругается, что вы вот час назад рубили мои ветки, а сейчас фрукты, фрукты снимаете, едите от меня, сейчас еще и под моей тенью укрываетесь, а ну пошли вон. Дерево такого не говорит. Это уникальная личность Шрила Бхактивинода Тхакур. Мы очень глупы. Шрила Бхактивинода Тхакур и Шрила Бхактисиддханта Сарасвати. Они есть, но мы не можем совершать баджан должным образом. Мы не можем продвигаться. В очень плохом состоянии находимся. Шрила Бхактивинода Тхакур. Он не дал нам никакой философии. То, что писал Шрила Бхактивинода Тхакур, нельзя думать о том, что это какая-то философия. Шрила Бхактивинода Тхакур, он дает нам прямое осознание с Галоки. Если вы прочитаете хотя бы одно слово, вы можете увидеть то, что хотел сказать Шрила Бхактивинода Тхакур. Когда я читаю слова Шрилы Бхактивинода Тхакура, я восхищаюсь, как это возможно. Такой простой язык и такие великолепнейшие примеры, такие великие примеры, как это возможно. То есть кто-то пишет примеры с Писания, то есть Бхактивинода Тхакура таким простым языком настолько великолепно описывает все, вы получаете как четкую картину всего, а мы настолько глупы, что даже не можем после этого прогрессировать в нашем баджане. И вот, например, когда дерево рубят, оно не возмущается. Без, находясь без воды, оно не просит вас его полить. Чтобы не, если кто-то хочет взять какие-то ветки, листья, цветы или плоды дерева, дерево тоже не возмущается, и поэтому Кришна он говорит своим дружкам-пастушкам. Суджана Сева, они подобны саду, великим личностям. Они никогда не ожидают ничего ни от кого, они просто хотят служить. Я хочу только дать и дать. И саду такого же характера. Саду никогда не просит ничего, дай мне то, дай все, дай пятое, десятое. Нет, саду хочет дать вам все, что у него есть, все, что вам нужно, берите, берите. Но те, кто совершают деви баджан, то есть поклоняются полубогам, их смысл всего, они просят, о мать, о дурга, о деви, дай мне славу, дай уважение, деньги, власть и прочее, прочее. А когда вайшнав молится Кришне, Кришна, забери все у меня, даже мое тело, забери все, что хочешь. Я хочу только, чтобы ты был доволен. И это зовется вайшнаватай. Никакой капли ложного эго, корыстных интересов, даже запаха нет этих корыстных интересов. Он только хочет видеть, чтобы Гурванга и Нитьянанда, они были довольны мною.
довольно много. И вот титикшаваха. So niceness, from different angle, you can go mad, but time cannot permit. No, time is so. At least for Bhagavad, this для Бхагаватам, для 10-й части, хотя бы, нужно хотя бы 2 недели обсуждать, лучше 15. То есть это очень обширная тема. И вот смотрите, титикшава, каруника, милость, он очень милостив для всех живых существ. Сухарида, значит, он хочет принести какое-то благо, изменить вашу жизнь. Сухарида, подобен отцу и матери, лучше они хотят какое-то благо сделать для вас без причины. Но в материальном мире какие-то есть отношения между людьми, но они все на корысти строятся. Но в случае с Гуру Вайшнавами их пример превосходен. И вот если и все души, пребывающие в этом мире, независимо от их касты, происхождения и убеждений, и положению, они хотят принести какое-то благо всем. Следующее, это то, что у них нет врагов. Юдхиштхира Махарадж, он никогда не думал, что есть враги у него. Понимаете? О Юдхиштхира Махараджа мы говорим о Джату Шатраваха. Юдхиштхира Махарадж никогда не думает, что это мой враг, это мой друг, он великий саду. Друг и враг – это концепция, может быть только в уме обусловления души, но не в уме саду. Они никогда не говорят, что «Кришна, спаси меня», они саду не говорят так. Чистый преданный никогда не говорит так: «О Господь, прости меня». «О Господь, спаси меня». Иногда, может, Вишвана Чакравати говорит, когда все преданные случайно говорят, но это не из сердца. Они могут сказать, но из-за своих предыдущих привычек, но не с самого сердца. Но так или иначе. Саду он никогда не видит ни друзей, ни врагов. Он беспристрастен, он дружествен со всем миром. Шантаха, бахувачан. Шантаха. Саду, ну, шантаха. Шантаха значит, они очень умиротворены. Что это значит, шантаха? Что нет ожидания. Их сердце находится в гармонии, они не хотят ничего. И в Чайтанья Чаритамрите Сиддханта такая приводится, что Кришна Бхакти нет никаких желаний, поэтому они умиротворены. И поэтому говорится, что без нишкама, без нишкинчан бава, никто не может сказать о вас, что вы шанта, вы беспокойны все время. Вы не умиротворены вообще. Все, ваше сердце беспокойно. Мы, вайшнавы, если мы хотим Кришну, и мы хотим жить спокойной жизнью, то это такое скрытое вожделение. Не беспокойте меня, я хочу жить, но спокойно, без беспокойств. Я вот саньяс принял и как бы хочу жить беспокойно. Но Шрила Прабхупада говорит, это глупо. Не без Шрила Прабхупады никто не может
только Прабхупад может сказать так. Мы очень неудачливы, что не осознаем, что Шрила Прабхупад находится с нами. I can speak this point tomorrow. Завтра я более подробно об этом расскажу. So, я то сатрабаха, without any friend and foe concept, no enemies with anybody. Shantam is no kama. Shadavaha, they are actually sadhu. And this quality, they see that the decoration of the sadhu. И вот эти качества. You are putting on ornament. Эти качества, они подобны украшению для саду. Саду, они украшены этими качествами саду. Если вы украшаете себя какими-то материальными украшениями, но саду, они украшают себя этими качествами святого. И вот Капил дает совет. So you try to understand this point. Пытайтесь понять. Шабахаруни каха свида сарбудина аято сатрабхо сантаха садбхо садбушана мои ананнена бхавена бхактим курванте жидирам маткрите тякто кармана тякто саджана бандва мои ананнена бхавена бхактим курванте жидирам Маткрите такту карвану стекту саджана бандаваха мадасвяха каса нишчаха сринан сринанти касанти ча тапанти вивида тапа нойдан мадгут четасаха то эти садваха садди сарвасанг виважитаха сангастешу атто те партха санго досо харахите how you can get remedy Как вы можете избавиться от этой материальной болезни? Как? И вот сначала признаки саду приводятся, а потом... Потом говорится ананья. На санскрите это слово значит на ананья, не другого, не другое. То есть нечто уникальное. То есть ваш ум должен быть направлен в одном направлении. Не разделяться туда-сюда, а быть в одном направлении. И тот, кто совершает бхакти без каких-то любых других целей. То есть это плохо. Мы должны всегда звать Кришну. Хотя, конечно, можно выражать почтение полубогам, но не нужно просить спасения у них. То есть полубогам можно выражать почтение, но не принимать прибежище у них. Это неправильно. И вот кто... Они совершают бхакти, уникальные бхакти. И тот, кто ради меня оставляет все. И вот для меня они оставляют все. Радхарани, она готова отказаться от всего. Мирабай тоже. Вот на Бенгале говорится такая пословица. Ну что, если заниматься удовлетворением членов семьи или Кришны, надо выбрать что-то одно. Два
в два... Ну, этими двумя вещами нельзя заниматься одновременно. Если мы стремимся к удовлетворению Шри Кришны или для общества, это разные вещи, нельзя делать их одновременно. Мы должны слушать Харикатху. Я говорил это на день явления Шрилы Прабхупады в Пури в этом году. И вот те, кто принимают прибежище у моих лотосных стоп через Харикатху. Харикатха, она не отлична от самого Хари. И поэтому иногда вы принимаете нектар Харикатхи и... Вот Шрила Бхакти Валабхтирта Госвами Махарадж, он говорил, то, что говорил Бхакти, он так вот цитировал его в Киртане. Шрила Бхакти Валабхтирта Госвами Махарадж говорил вот эти слова. О, Господь, пытайся И вот как, then I can go on speaking. Like я... those who are drinking wine, they're speaking rubbish, but I'm not going to speak rubbish. Hare Krishna. Piyaya prem matto gori more. Make me mad. О Господь, дай мне возможность слушать достаточно нектарных харикатхи, чтобы я слушал и опьянел от этой харикатхи и не мог ничего видеть в этом материальном мире, кроме харикатхи. Piyaya prem matto gori more. Suno nijoga. You are yourself singing inside me. Ты сам в этом Рай Рамананде Махапрабху, когда они обсуждали Харикатху, Махапрабху говорит, что ты такую говоришь прекрасную Харикатху, но Рай Рамананде говорил, нет, ты сидишь внутри своего сердца и говоришь, и сам же слушаешь. Это твоя игра. Ты говоришь, находишься в моем сердце и говоришь Харикатху. Ты тот, кто говорит, и слушатель одновременно. То есть ты воспеваешь славу Господа и сам же слушаешь о ней. И вот Рай Рамананда говорит так, и мы тоже должны осознать это. Если мы думаем, что мы будем говорить Харикатху и привлечем весь мир, это глупо. Никто не может говорить Харикатху до тех пор, пока Гауранга и Нитьянанда и Гуруварга вдохновят нас. Это не какая-то практика, что можно тренироваться и потом говорить Харикатху перед 3000 людей. Это глупо. И вот я уже сказал вам, есть два вида тех, кто говорят, тот, кто говорит из собственного экстатического чувства под влиянием, под вдохновением Гуру и Гуранги, а другой спикер, который говорит ради денег. Шрила Бхактивинода Тхакур, это цитата с него. Я путешествую здесь и там, чтобы просто собрать денег. И вот в английском есть такая пословица, что... Что благотворительность начинается с вашего дома. То есть сначала вы должны спасти себя, то как вы можете спасти кого-то в других странах или вообще кого-то, где научное свидетельство, и народ там так говорит так же. Это плохо. Я не говорю, что этот саду делает то и все. Я не критикую никого. Я просто говорю о том, что говорит народ там так.
То есть я просто цитирую то, что говорится в Писаниях. Это не применяется к великим проповедникам, ученикам Шрилы Прабхупады. Нет, не думайте так. И вот, смотрите. Tapanti vivida stapaha naitana madgata chaitasaha. Then there is one and single picture inside is our Supreme Lord. И вот, и тогда, после того, как он слушал Харикатху, это чувство, что сам Господь является в его сердце. Мы, Гаудии, мы не можем предписать строгих аскез, какие совершал Хирани Кашипу, это не одобряется Гурвага, иногда запрещают какие-то очень такие жесткие аскезы. Вы не нужно так слишком строго соблюдать аскез, есть какие-то простые правила, предписания в писаниях, то, что делает наша Гурвага, это мы можем делать. И то, что говорит Прабхупада Сарасвати, Санатан Госвами, Рупа Госвами, Джива Госвами, я буду говорить об этом, чтобы доказать, что строгие аскезы они не позволяются в Гаудия Матхе. Юкта Вайрагья, сбалансированная Вайрагья должна быть. Вот эти две шлоки я объясню, и тогда вы сможете развить такую юкта, совершенную непривязанность. Я, например, не привязан, но я все равно ношу красивую одежду. Но в Гошале я хожу, или во Вриндаване, когда совершаю парикраму, я хожу как нищий, никто не может узнать меня. Сейчас я царю, сижу подобно царю по желанию Гурваги и Шрилы Прабхупады. Пытайтесь следовать этому. Гопи, например, они украшают себя не для своего личного удовлетворения. Они делают это, чтобы Кришна был доволен. Это очень, очень важно. Четанака Джагарон, ваше сознание должно развиваться день за днем, иначе не приходите ко мне. Смотрите. И вот различные аскезы они соблюдают согласно правилам, описанным в Хари Бхакти Виласе. И только в их сердце, только стопы Махапрабху, стопы Гуранги, и ничего иного они не видят. И Капила Дев говорит: «О, мать, это признаки саду святого». И ты можешь благодарим определить, кто саду, кто святой, а кто нет, поскольку Раван тоже может одеться в одежду саньяси и ходить, просить подаяния. И какой же он саньяси? Ты демон, ракшас, но Сита, он хотел одурить Ситадеви, но настоящая Ситадеви ушла, а тень Ситы пришла к Равану. И сейчас Капил говорит: о, люди, те настоящие саду, это признаки. То эти сарва садхи сарва санго виварджита. They are totally free from this material bond. Те, кто по-настоящему освободились от материальных оков, они находятся у лотосных стоп Шри Кришны. И я прошу тебя, иди к той сатсанге. Сангосте атхо те партха. Партха it is. Парта, значит, это мы надеемся, что ты сможешь обрести такую саду сангу. Сангас, сангас тешу, атхо те партха.
You will have to go for. It is expected that you can go. Мы надеемся, что ты обретешь такую совершенную саду сангу. Сангастешу ато те патха санго досо харахите. If you like to go out of this material block, если ты хочешь избавиться от этого материального рабства, то тогда ты должна стремиться к этому совершенному общению. Бхаванти риткарна расаяна ката таджошанад асу апаргаватмани сатьяратир бхакти рану прамешати сатан прасангьяд мама бирджа сангвиду бхаванти риткарна расаяна ката таджошанад асу апаргаватмани сатьяратир бхакти рану прамешати. Gradually, gradually, gradually. Mother, oh my mother, oh my mother, Satan prasangyad. Why I am prescribing this kind of medicine? Предписываю тебе это лекарство саду санге, поскольку если вы совершаете саду сангу, саду не может сидеть с вами и ничем не заниматься или болтать ни о чем, это нет. Когда бы вы ни встречались к саду, он даст вам наставление. Признак саду, что он в любой момент может говорить харикатху, если его попросить. То есть саду не может вам сказать после обеда, что нужно отдыхать, а не говорить харикатху. Шри Прабхупаде, кто бы ни приходил в любое время, даже если он болен, даже доктор если запретил, то саду все равно он будет говорить харикатху. Это лекарство. И саду нету, не может сказать, что нет времени приходить там, в следующем году или еще когда-то, нет. Саду в любое время, он, его время харикатхи для саду. Но саду все время может говорить харикатху, не привязываться к какому-то времени. Махапрабху говорит, вот Киша Йон. Махапрабху used to speak Харикатха while taking prasadam. You see? Different kind of Харикатха, I'm joking. Он всегда говорил Харикатху, даже во время прасада и шутил, но новые шутки были трансцендентные. Speaking Махапрабху. Махапрабху. Махапрасаде Говинде Брахмане Вайшнаве. You are singing this song? И вот эту мантру повторите перед принятием прасада. Is the condition? See, Mahaprabhu laughing and joking and taking prasad. Transcendental joking. So satan prasanga, satan prasangam, sadhu sangam может дать возможность, поскольку Капил говорит, и тогда вы можете обрести харикатху полной силы. That kind of harikatha which is going to enter into my ear, та харикатха, которая войдет в ваши уши и прикоснется с вашим сердцем. Some people in internet writing, кто-то heart-touching harikatha. Кто-то написал, что harikatha means heart-touching. Харикатха, моя харикатха, она затрагивает сердце. Что это значит? А что я могу сделать? А расагула is very sweet. Как подобно тому, как расагула, она очень сладка. Но вам не нужно это объяснять. Такие харикатха, она, как сказать, такая затрагивающая сердце.
Этот харикатха входит в наши уши, в наше сердце, и мы получаем это прекрасное чувство. Хрит значит сердце, и карана это подобно нектару для наших ушей, он тоже входит в наши уши, и подобно нектару, и это чувство. И Капил Маха говорит Йошанат, если там Йошанам, если вы получите вкус харикатхи, Паварга и Апаварга, есть две вещи. Материальные люди стремятся к Паварге, а Парамартхи стремятся к Апаварге. Паварга значит то, что кто знает санскритскую или хотя бы бенгальскую грамматику. Паварга значит Панини вот разделил звуки на какие-то группы, вот эти пять звуков, они к Паварге относятся. Pap means sin. Pap значит грех. А вот следующее слово результат ваших действий получить бой. Бритхи паринам. Бой значит страх. Мрити смерть. И вот вы должны это запомнить своим сердцем. Просто вы умеете что-то сохранить, то это мало. Но если вы что-то делаете на компьютере и не сохранили, то при отключении света все теряется. И вот... Таким образом, постепенно шрадху, веру, твердую веру, без капли сомнений можно развить. И после этого ваша роти, ваша привязанность, бхакти, бхакти значит действие. После того, как вы получили вдохновение, вы совершаете какую-то севу. Это постепенно. И таким образом, вот харикатху нельзя сравнить ни с чем. Если кто-то совершает бхакти, и это бхакти нельзя сравнить ни с чем. Ничто не может быть сравнено с чистой преданностью. Она наивысшая. Topmost of all siddhi. Лучше всех совершенств. Why? Почему? Jarayat tvasu yakosham nirgirna manalo yatha. Jarayat tvasu yakosham nirgirna manalo yatha analo yatha. Like fire. Подобно огню. Если что-то попадает в огонь, огонь он сжигает. И также есть. Is always thinking about enjoyment. Ну, в вашем сердце какая-то склонность к наслаждению. Это чувство, оно может... Ну, в общем, что нужно, это чувство, склонность к наслаждению, жечь с корнем. Вот, во Вриндаване, например... After some time, they can give great tractor or bull, you know, bull tractor, and they can, you know, cultivate. Again, they can sit new sheep. Во Вриндаване, когда полят поля сорняков и сжигают, чтобы они сгорели полностью, потом все перепахивают и уже потом сажают новую культуру. Значит, под огонь, подобно огню, он может сжечь все. И сейчас, о мать, если ты будешь следовать моим наставлениям, будешь следовать этой йоге, то тогда...
пасанти те ме ручирани амбо сантьо прасанья бхактяруна лочанани. Then inside your heart, if you are successful, you are following Toto, you are following me Toto. И вот если ты успешно в этом и следуешь всем моим наставлениям, то ты постепенно осознаешь Кришну в своем сердце. Пасанти те ме ручирани амбо сантхо прасанна бхактаруна лочанани рупани дивьяни баро прадани сакам бачам сприхуни ям бадант. Бхаже, all харикатха ultimately can identify this is Supreme Lord. И вот вся харикатха, она вся ведет к Верховному Господу. И совершая баджан, вы сможете осознать его красоту. То, к чему мы можем стремиться в нашем сердце увидеть Господа. А когда садак может видеть Кришну, то его сердце, оно буквально плавится от чувства, от премы, и то, что ты можешь тогда увидеть. Я не могу это рассказать. Для меня невозможно представить Бхагаватам через философию. Это невозможно. Бхагаватам, если она благословит вас, вы тогда сможете обрести представление о Бхагаватам. Это вне моих возможностей. И после этого Капила говорит: «О мать, есть одна единая уникальная татва во всей Вселенной». Пытайся понять. Это я. Миттус чарати мадбаят. What? Мадбаят бати бату аям. Why wind blowing? Почему ветер дует? Из-за того, что боится меня. О вайо. Павандев. Это из-за страха передо мной все полубоги, они исполняют свои обязанности. Павандев doing this discharge, his own personal duty. Yaladev, water god, is also, air also falling man. They are going to discharge their own personal duty. В этом мире все полубоги исполняют свои обязанности из-за страха передо мной. И вот Капила говорит. Барсати Индра Дхати Агни Миттус Чарати Мадбаят. Why Mittu, the death coming? Зачем Рити, смерть приходит? Почему? Когда? Ямарати Махарадж. Ямарадж. He is discharging his own duty. Он исполняет свои обязанности. This way, таким образом. All, you know, cabinet divided. Cabinet or a different kind of cabinet already given. Всем полубогам даны какие-то конкретные обязанности. И никто не может не повиноваться Кришне. Однажды Индра, он... И Брахма, однажды они посмели ослушаться Кришну, и потом они жалели об этом. Бедой санга падакрамо панишадой гаянти ям самага дэна вастита тадгати на манаса пасванти ям йогина ясантанна видуху сура сурагана девайата смай нама. So why are you going to pay Nandavad to the Supreme Lord? И вот мы приносим наши поклоны тому Верховному Господу, который является причиной всех причин. Сейчас о Санкхья Йога Таттве кратко расскажу. Можно написать много томов книг, но я кратко объясню. Санкхья Йога, Капил Махарадж,
Это, что это Пракрити Пуруш Йога, как этот материальный мир сотворился, как Пракрити, природа, что вы называете природой, мы называем это Пракритой. Пуруш значит, что значит Пуруш? Будьте внимательны. Такой ответ вы нигде не получите. Я услышал от Шрилы Прабхупады, Шрилы Бхактивинода Тхакура, Гуру Варги. Слушайте очень внимательно. Два вида Пуруша есть. Первый Пуруш — это Дживатма, тот, кто всегда выражает ложное эго, я и мое. И это называется один из пурушей. И дивья пуруш также есть. Это параматма. И вот два пуруша. Один дживатма. Пуруша значит на санскрите, если объяснить, пурушака. Пуруш. На санскрите we are getting this говорится, что мы в баджане мы прогрессируем не из-за наших собственных усилий, ложного эго, наших усилий. Пуруша значит, то из-за ложного эго мы хотим какие-то получить плоды. Это пурушака называется. И смотрите, вот два вида пуруши, пракрити и пуруша. А основа санкхи-йоги – это пракрити и пуруша, их объединение. Пракрити – это природа. Майя-деви, она стоит за этим. А пуруш – значит те дживатмы, которые рождаются здесь. И это параматма. Два вида пуруша. Пракрити и пуруш. Они вместе своими усилиями они творят этот весь мир. Эти живые существа, люди, которых мы видим, они это все пракрити и пуруш в вместе, ну, в их творение. Но кто-то спрашивает, что майя, она вечна или не вечна? Можешь ли ты сказать мне, майя, она вечна или не вечна? И что вы думаете? Майя, она вечна. Если йога майя вечна, то и тень это йога майя, она тоже вечна, поскольку без йога майя махамая не может существовать. А майя? Она бесконечна, поскольку она исходит из Кришны. So, и йога майя, она бесконечна. Нету начала и конца. Хари, вот в этой штуке, Господь Хари, можно найти его везде, во всех вселенных. Вы не должны видеть. То есть вы даже видите Господа везде. И таким образом, Пракрити и Пуруш, их, и с помощью, а когда они объединяются, это творение создается. И как это все происходит? Параматма, Господь Парамешвар, он входит во время. И это время. Then Kal, when entering to Kal, then this balance disturbed. И Сатва Раджа и Тамагуна, они
выходят из своего баланса и, начинается творение. И вот смотрите, таким образом, Дживатма, они находятся в теле Махавишну, и во время уничтожения, что случается, все души, они входят назад в тело Вишну, Махавишну. О, Господь сейчас, и Господь сейчас находится вне, тогда находится в неактивном состоянии. Я говорил на днях об этом. И таким образом, Бхагаван, он находится во сне, в йога-нидре. Когда Господь спит, это не подобно нашему сну. Мы спим, как мертвецы, но Кришна нет. Кришна, он полон знания, он все делает, но внешне выглядит, что он спит. И вот... Шетасвара Упанишат, говорится, это шлока. И вот с тех пор это творение начинается, и те дживатмы, они находятся в том, в теле Махавишну, и в Гите Бхагаван Кши Кришна говорит, как это Пракрити может дать рождение. Маядхакшена пракрити свиате чарачарам хету нанино анино. Speaking this way. What speaking? Krishna in Gita? И что говорит? Not even needing Gita. Foolish. Krishna в Гите. Not even going through Gita. Not even hearing Gita. You're coming to hear Bhagavatam. Маядхакшена пракрити свиате чарачарам. Under my principalship, I am father. Пракрити acting like mother. И вот под моим началом я как отец Пракрити, она подобна матери, как в медицине. Есть такой термин, как оплодотворение, и потом ребенок уже развивается. И также Кришна говорит, когда вижу, смотрю на эту Пракрити через мой взгляд, Bhagavan looking, Mahavishnu, Mahavishnu, then all jivatma и все дживатмы, они входят в луна Пракрити, подобно частичкам света, это Джотирлинга называется. Подобно свету, Вишну, он смотрит на Пракрити, когда Махавишну смотрит на Пракриту, на Пракрити эти дживы, подобно семенам, они входят в чрево матери, в чрево Пракрити, и им, согласно их прошлым действиям, согласно их карме, они рождаются как различные существа, как крокодилы, змеи, львы или люди, согласно прошлым действиям. И вы сейчас находитесь в человеческом теле, и это ваша обязанность совершать баджан. У вас нет никаких других обязанностей. Единственная ваша обязанность совершать харибаджан. Будьте очень внимательны. И вот это творение продолжается. Lion creating lion, snake creating snake, льва рождается лев, от тигра тигр, от лошади лошадь, от человека человек. И вот таким образом они размножаются и распространяются по всему миру. А в Санкхья-йоге есть 22
try to think over and again. Основополагающих принципа. Думайте, слушайте снова и снова. But 2 hours, 3 hours, не значит, что вы слушали харикатху несколько часов и забыли. Нет. Непрерывно вы должны слушать харикатху, и тогда вы можете осознать и принять. Есть 24 татвы в санкхья-йоге. И вся санкхья-йога, она соотносится с этими татвами. А более... А если более развернуто, 28, но основной 24, как вы же эти основы. Первое, панча кармендрия. Панча генендрия. Панча бут. Панча бут. Панча мин фай. Панча значит пять. Панча кармендрия. Актив орган. Это активный орган чувств. Сенсорик орган. Панча кармендрия, панча генендрия. Тен. Фай, 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 тен. Вот пять тех и пять тех, всего десять. И потом пять первых элементов этой природы. И пять объектов. Вот эти, это Махарадж перечисляет, всего двадцать. Then after mon buddhi chitta ahankar. Mon buddhi chitta ahankar. I already explained this point scientifically. Вот я уже объяснил. So all in total. Об этом и всего 24. All in total 24. After that. И после этого ваш ум. Материальный ум. Поскольку ваши органы чувств есть, но если ум не он с вами не находится в согласии, то вы не можете ваши обязанности исполнять. Если ум вас не слушает, то вы не можете ничего делать должным образом. Например, вы находитесь в коме, тело вроде есть и работает, но органы, это одно, а органы чувств, если ваш ум не слушается вас, то вы не сможете ваши обязанности должным образом совершать. Поэтому ум 25 элемент. И вот всего получается 25, потом кал. Внимательно слушайте, кала значит время 26. Джива. 27. Это 27 душа. И Ишвара. Верховный Господь. 28. Можете ли вы все помнить? И вот Санкхья-йоги, вся Санкхья-йога, она работает с этими вещами. Вот с этими 28 вещами. И вот эта Санкхья-йога, она очень сокровенная. И вся Санкхья-йога, она занята с этими 28 татвами, 24 основными и дополнительными. И вот, подобно фабрике, вот и рабочие на фабрике, у них часто бывает по... Три смены, и так и творение, но беспрерывно продолжается. И таким образом, смотрите, очень... Майя Деви, она хочет одурить нас. Но вы не можете понять. Майя Деви, она хочет одурачить нас, но мы не можем понять. Есть одна уникальная, единая татва, но мы не можем чувствовать, что Верховный Господь есть, но мы слепы и не видим, может, словами произносим эту мантру, но мы лицемеры, если мы не чувствуем это. То есть мы это не сердцем произносим, а умом. Если вы сердце произнесли бы, то Гурудев, он услышал бы вашу молитву. Why? Not speaking from heart. A kapat. Then?
И таким образом, одна единая уникальная татва – это Верховный Господь, который повелевает всей Вселенной, но никто не может видеть Его. Они смотрят, все меняется. Они все помираем, новые творения сотворяются. Какова же мистерия за всем этим? А в шастрах говорится, что они слепы, у них есть глаза, но они не видят все равно. They have their eyes, but still they are blind, because they cannot see. What use of these eyes? И какая же польза от этих глаз, которые не могут видеть? Они смотрят, но не видят, что сокровенное, эту мистерию этой Вселенной. Ученые даже не могут объяснить, как этот материальный мир сотворился. И вот сейчас в НАСА ученые пришли к выводу, что из звука все произошло. Имеется в виду флейта Кришна. И в итоге свидетельство можно косвенное найти, что это Гайтри, это Ом, это Кама Гайтри, ну если так вдоль тонком плане. Гайтри, она хотела оставить свое тело и родиться опять во Вриндаване, как Кама Гайтри, особая Гайтри. Вам дана эта Гайтри? Нет, Кама Гайтри, значит, сам Шри Кришна. Саду может дать вам Кришну. Некоторые приходят к саду и просят, чтобы их там сын или дочь сдали экзамен успешно, или там замуж вышли, или еще что-то. Нет, это Гуру Махарадж говорил, они просят ко мне просить какого-то мусора. Мой сын, например, болен, благословите, чтобы он выздоровел. Но мы должны просить Кришну. Кришна, Вайшнав, он может дать нам самого Кришну. Причину всех причин, а вы просите какие-то мелочи. Это глупо. Это детские какие-то представления о мире. И это нечто уникальное. Подобно тому, если, например, в одном месте вырыть тысячи водоемов, и солнце, когда взойдет, вы увидите, в каждом водоеме солнце отражается. Везде его видно, как это. Хотя это одно солнце, оно просто отражается в различных водоемах. I also explain this point. And yatha abhaso, sun is then reflected, that is abhas. Это абхас называется. Абхас это. It is coming into window. In window, if I look, hey, how this source of light coming? Oh, actually, it is sun. Посмотрим. Where is coming? Oh, it's from water. From water is coming. How is coming? Откуда это отражение? И вот если мы так будем искать, то ну, из причины мы первую причину найдем, из той первой причины ее причину, соответственно. То есть таким образом можно выяснить источник. И поэтому, если вы будете думать внимательно, вы сможете осознать значение вашей жизни, но для этого нужно вернуться к первопричине. Это научная процедура. Сата, сат, вишара, относительно сат и асат. Это... A brahmachari cannot find
Брахмачари, он не может, не должен думать, что кто-то живет прекрасной семейной жизнью, а будучи брахмачари, думать об этом плохо. Шрила Прабхупад говорит, брахмачари должен осознать настоящее значение этого материального мира. Почему вы чувствуете привязанность к материальному миру? Осознанно, прямо или косвенно, вы должны видеть, что они не счастливы по-настоящему, хотя внешне выглядят счастливы, но это глупые такие брахмачари и саньяси, они не саньяси и не брахмачари на самом деле. Прямо или косвенно вы должны иметь такое осознание, что нет счастья настоящего в семейной жизни в этом мире. То есть у вас должно быть такое глубокое осознание. Вы не должны стремиться к какой-то семейной жизни или еще к чему-то. И вот смотрите, это Санкхя-таттва, о которой я говорю, она имеет дело с 28 этими элементами. И это творение постепенно происходит из всего. Я уже говорил раньше об этом. И 28 different kind of tattva and how gradually you are getting this facility. В общем, рассказывается, как творится материальный мир и все, что в нем находится. И это чувство Пракрити Пуруш Вивек называется. Вивек значит, это увеличить ваше чувство, ваша чувствительность, Вивек. То есть вы должны различать между вечным и невечным, между таттвой и не таттвой. То есть, подобно ученому, вы должны определить, что есть что. И таким образом, вот таттва, таттва вивек, вы должны развить сознание свое. И Капила начинает описывать различные симптомы йоги, он, и после этого, вот я произнесу несколько слов. Jatsaucho nisritta sarit prabharatakena tirthena murdhi adhikritena sivaha sivabhut. What speaking? Что он говорит? Сауча нисрита саритва вородакена тиртена морди адикритена сиваха сива абу дхатурмана самала сайла нисшишта баджрам дхайатчирам бхагавад чаранарабиндам дхатурмана самала сайла нисшишта баджрам дхайатчирам О, мать, ты должна думать о лотосных стопах Господа. Ганга – это вода омывшая его стопы, того Верховного Господа. Ганга – она подобна Чарнамрите, Верховного Господа. How Shiva becomes И как Шива стал Шивой? How Shiva becomes Shiva? Where from is getting как, power? Откуда Shiva он обрел Mangal. Эту силу? Шива значит мангал, благодать. How? Как? That explanation given by Kapilji Maharaj in front of Madha. И Капила отвечает своей матери, о мать. Саучо сарит, сарито павира повара дакена, тиртена Тиртена мурдхи адикритена сиваха сива авут. Жат сауча нисрита сарит прабарадакена. That water is Ганга. Это вода Ганга. That water was Кришна. Это вода мыша Кришну, Верховного Господа. Это из Нарайны исходит, но в итоге Кришна. Жат сауча сарит прабарадакена тиртена. Ганга она сама тиртха, нет
никакой тирхи, которая могла бы сравниться с Гангой. Гангана сама по себе тирха. И вот Капилджи говорит, тот Кришна, Верховный Господь, и та вода, омывшая его стопы, Ганга исходит. Мурди критена, значит мурти, значит голова. На санскрите Ганга, когда Шанкар Бхагаван, он одно из имен Шанкара Гангадхар. Сначала Ганга, она когда пришла в этот мир, она пришла на голову Шанкара, Шивы, и Бахират, когда пришел, смотрит, а нету Ганги, а Ганга, она была на голове Шивы, и он сказал, о, Шанкар, нужна Ганга мне, я хочу исполнить свои обязанности, зачем ты ее задержал? И он начал совершать баджан Шанкаре. И Шанкара, что Шива, он был доволен им. И тогда Бхагират начал сокрушаться, что о Ганга, куда ж ты ушла? И она сказала, что я вот на голове Шивы, и он начал совершать баджан, и после этого он начал молиться Шиве, что Шива, не нужно держать Гангу на своей голове, нужно позволить ей течь дальше. И вот Ганга, где бы она ни текла, она очищает весь мир. Если будете звать, даже имя Ганги произносить, вы результат обретете. Даже во время смерти, когда вы будете произносить ее имя, вы обретете благо. How much kilometers? Actually, 2-5 kilometers. Koto cross, 2-5 cross, 5 cross like that. It's like 20 kilometers like that. Но если кто-то живет в пяти крошах от Ганги, то они все обретают благо. Но пять крошек около 20 километров примерно. И как Шива обрел это имя Шива из-за Ганги. И когда Индра Бхагаван, он кинул ваджру, это гора, какое-то горное место разрушилось. Bhagavata Charanarvindam, I would request your mother to consent on the lotus feet of О мать, я прошу тебя, думай о лотосных стопах того Верховного Господа, если ты думаешь о нем, все твои материальные желания, они уничтожатся, подобно тому, как Индра, после того, как он метнул свою палец, вот эти горы, они разрушились. И вот такое прекрасное описание он даем. А следующее, как, насколько это опасна материальная жизнь. Вы очень комфортно себя чувствуете здесь, поскольку вы глупы. То есть вы не можете чувствовать опасность, которая находится в этом материальном мире до тех пор, пока вы не осознаете, в какой опасности вы находитесь, до тех пор, пока вы не осознаете это своим сердцем, какую опасность ждет вас, вы не сможете получить вдохновение совершать баджан совершенным образом. Можете носить тилак, повторять мантры, но это будет похоже на спектакль. По-настоящему вы не сможете это осознать. И вот Капила
хочет показать нам картину этого опасного горячего мира. И вот Капила говорит: «О мать, есть единственное решение». Мано гати рави чинна ята гангам басом баду 11 подобно тому, как Ганга, она начинается с Гималаев. Где? Гангутри? На Гангутри. I went there, not in Gangutri. From Gangutri, I climbed so many kilometers. It's dangerous. From government, they're saying, no, go, you can eat them, you can drive. Даже еще выше есть. Ну, там другое место еще выше. Я, по милости Гурудева, был там. Я три раза чуть не умер, но по милости Гурудева я остался жив. Там даже там снег один, все замело. Гангутри. Значит, это три места, откуда Ганга начинается. Я выше был. Это давно было. И вот Ганга явилась, оттуда исходит. И вот Капила говорит, подобно тому, как Ганга исходит из Гангутри, потом в Харидвара, потом продолжает течь. И вот она проходит через много мест и в итоге впадает в океан, в Бенгальский залив. Like that, Kapila was speaking. И вот Капила говорит. I am the topmost secret. They are sitting inside. Everybody is heard. Oh, Mataji, if you go on hearing the Nectarian Harikatha, если ты будешь слушать, Manogati Ravi Chinna, your mind can start flowing towards me. И также, если ты будешь слушать Харикатху, твой ум, подобно Ганге, будет течь ко мне. И мать, будь очень внимательно к тем преданным, у которых есть эти признаки. Если я хочу, захочу дать им четыре вида совершенств. Вот четыре вида этих освобождения, точнее, они все же скажут: нет, о Господь, мы не хотим этого. No, I don't know. I like to give you Siddhi. No, I don't want. И вот Капила говорит: вы знаете славу моих преданных, вы ничего не знаете, пытайтесь слушать. Без служения мне они ничего не хотят. Я хочу дать им салокью. Салокья значит шалока. Кришна может дать вам место на той же планете, где он живет, Салокья. Шастри. Значит, такую айшварию, такое богатство, которое есть у Кришны. Поскольку бесконечность, минус бесконечность, это оно равно бесконечности. Если бесконечности что-то отнять, даже саму бесконечность, это тоже бесконечность. Это одно из определение бесконечности. Хотя вроде как говорят, но даже не каждый профессор, вообще кто-то мог, они что-то могут считать что-то связанное с бесконечностью, но это все теоретически. А если спросить, что такое бесконечность, они не знают просто.
пользуются этими терминами, а практически что такое бесконечность и что такое ноль, это только чистый Гуру Вайшнав может понять. И никто иной. Хотя, может, кто-то занимается математикой или еще чем-то, но это все в теории. Даже Шакунтала Деви была такая, она сама. Ученая была в мире, в Ядавпуре университете. И вот все математики великие к ней приходили, она в уме все считала и давала готовый ответ. Даже ученые, они на компьютере считали какие-то формулы, она быстрее. Это все в уме высчитывала. Она с Южной Индии, но в Америке живет. Как... Это было около 30 лет назад. И вот сейчас... Шасти значит такое же богатство обрести, какое имеет Нараяна. Бесконечное богатство. So Shasti Samipyo Salakumana same lok. Same loka. Sanakya. Samipya means to Samipya. Значит, быть рядом с Кришной. А Сарупья, такую же красоту, такую же форму, какую имеет Кришна или Нараяна. Те, кто находится на Вайкунтхе, те, кто наслаждается Сарупья, они также четырех руки, у них они выглядят так же, только каустухи нет на их шее. На их груди они выглядят точно так же, как Нараяна. Если туда вы попадете, вы будете озадачены, что все одинаковые. И только Нараяна Калступу имеет. И можете определить, что не Нараяна преданный его. Это сложно. Они все одинаковые. И вот Капилджи говорит: «О, мать, материальный мир очень опасен, если ты не можешь понять, то ты умрешь. Нельзя остановить твой цикл рождения и смерти». Яд бхаяд варшате деву бхагану бхати яд бхаяд. And before that, first line is мад бхаяд бхати бхату айам сурьяс тавади мад бхаяд. This wind flowing, the flow of wind is there because this wind god ветер дует, он дует из-за того, из-за страха передо мной. И почему солнце светит? Тоже из-за страха предо мной. И полубоги, они посылают осадки. Бхагана значит звезды, которые мерцают в небесах. В английском такая пословица. Но Кришна говорит, что это из-за страха передо мной, они все мигают. И вот Капил говорит, как эти живые существа рождаются из чрева матери. И сначала они оплодотворяются отцом, потом они очень малы, они растут постепенно, рождаются, и души, которые находятся в чреве матери, некоторые особо удачливые, они молятся Верховному Господу.
они страдают, они молятся Господу, где же мы находимся, пожалуйста, спаси нас. Если я рожусь с чрева матери, я обещаю эти, я буду совершать баджан, но после того, как они родились, они забывают под влиянием майи о своих обетах. Но внутри чрева они клянутся, обещают Господу, если ты... Но после того, как родились, они забывают об этом. И таким образом Капила говорит о этой человеческой жизни. Я описание буду кратко говорить. Вот 31 глава. As Bhagavan speaking, I'm speaking. I already discussed. No need, I have no time. See, Bhagavan vacho, Kapildev vacho. Kapil говорит. Karmana daive netro. Karmana daive netrena. Yantur deho papattai. Striyaha pravishto udaram. Pungsho reto kanasraya. Like red kana sperm. Enter into body. Fertilization take place with ovum and sperm. After that, it is medical. Сначала это. After that, когда происходит оплодотворение, после этого. First fertilization. After is like you know good good. И потом like water bubbles. Это зародыш подобен. After that, you see. Пузырьку в воде, и через он постепенно растет, развивается, и через потом у него, ну, вы узнаете в книгах Свами Махараджа, там картинки приводятся, то что ну, зародыш растет, руки-ноги у него появляются и прочее. То есть даже и картинка есть, не все умеют, могут читать и хотя бы могут на картинку посмотреть. Свами Махарадж очень прекрасным образом это все описал и... Описал и картинки есть на эту тему. И вот этот... Ребенок в течение 10 месяцев и 10 дней находится в чреве матери. Иногда его кусают какие-то эти черви. Но то есть ребенок не может говорить, но... Now sometimes crying, O Supreme Lord, make me free of this torture. After taking bath, whenever taking bath, he forgets everything. И вот, и ребенок, будучи в чреве матери, молится Господу, но когда рождается, забывает обо всем. И также, когда Шукадев Госвами говорит Вьясадеве, я не выйду из чрева матери, мне и так хорошо здесь. Вьясадев говорит, нет, давай, рождайся, это плохо. Ты уже 16 лет находишься там, матери твоя плохо. Нет, я не рождусь. И Вьясадев позвал Кришну, Кришна, помоги, не хочет он рождаться. И Кришна сказал, о Шукадев, рождайся, нет, майя, меня хватит, нет, я обещаю, майя не будет влиять на тебя. Ну как, майя, она подобно... Ну смотри, если мы семя горчицы, мы... Положим на рог коровы, он сразу падает, практически мгновенно. И Кришна говорит, смотри, я не могу правила предписания нарушать, но я могу пообещать, что майя не может тебя вот, в течение того времени, пока семечко горчицы не падает с рога коровы, вот в то время майя не будет касаться тебя, и он быстро родился, успел.
и поэтому для Шукадева нет Майи. И таким образом, смотрите, дживатмы, они путешествуют, рождаются и умирают, рождаются и умирают. И вот Шанкарачарья говорит об этом, рождение и смерть, это плохо для вас. Почему вы не думаете снова и снова об этом? И вот что говорит? Satyam saucham dayamounam buddhir hri sirya sukhyama samodamo bhagas cheti yatsyangad yati sanshayam. By the association of maya, вот, из-за общения с майей вы теряете все благие качества, которые у вас есть в этой жизни. How? Как? Satyam. Satyam. Это истина, чистота, милосердие, правдивость, как разум, который, с помощью которого вы можете достичь Кришну. Хри значит, на санскрите это значит, вы можете чувствовать совесть, буквально значит. Хри значит, стыдно, если что-то делаете нехорошее, это совесть буквально, будхи, тонкий разум, который может помочь вам достичь лотосных стоп Гуру Вашнав и Кришны, а будхи, то есть хри, это совесть, совесть, а кама, если кто-то сделал что-то плохое по отношению к вам, вы можете простить его, это кама называется. Как Харидас Такур. Браман оскорбил Харидас Такура в саптаграмме. В собрании с Хираньягавадханом. И Браман сказал, Харидас Такур говорит, что святое имя настолько великолепно, мы нельзя сравнивать с Яги, с Даном, с Тапаси, ни с чем иным. Нам он выше всего, нет ничего, чтобы не мог сделать Харинам. Харинам, он не отличен от Кришны. Этот Браман начал спорить, что ты глупец. Как это? Аскезами мы не можем получить то, что можем получить с помощью святого имени. И Харидас Такур говорит, а почему и нет? Почему ты не веришь? Мы должны верить. Это говорится в Писаниях. Нет, не верю. Он оскорбил Харидас Такура, и в Чайтанья Чайтамрите можно найти. То, что мы не можем обрести аскезами, можем обрести с помощью Харинама, как это? И он начал оскорблять Харидас Такура. О, Харидас Такура, ты слишком эмоционален. И люди, находящиеся так, начали возмущаться, как ты оскорбил Харидас Такура. Ты совершил аппаратку. И посмотрим, что с тобой случится. И через два дня у него уже была проказа, его нос просто сгнил. И сейчас помните, кто Гуру Вайшнава, они настолько могущественны, не пытайтесь заниматься политикой с Гуру Вайшнавами. Вы никакое благо не получите ни в какие жизни. В киртанах говорится, Бандамуй Савадханамоте, не пытайтесь подшучивать над ними, вы умрете навсегда. И смотрите, кшама. Кокиланам смаро рупам, наринам патипратам. Кокил, есть такое птица, койл на английском. И одно из... Она красиво петь.
может, а качество женщины – это благочестие и целомудренность, это главное качество женщины. И, то есть красота – это птица, то, что она поет прекрасно, а главное качество женщины – ее целомудрие. А тапасви? Аскеты? Кто? Вот Аштавакра Муни, он выглядел отвратительно, но он был очень мудро, поскольку он был очень прекрасной личностью, но внешне он не выглядел плохо. И? Vidya-rupam, kuru-panam. Those are bad looking. For them, is Vidya is their education, is life so. Vidya-rupam, kuru-panam. Those are ugly looking. Те, кто выглядит like Socrates, плохо, как... looking very bad. He's having so much knowledge. Ну, у них знание для них, это их показатель. Kokilanam-smaru-tonis is beauty. Kokilanam-smaru-rupam. Narinam patipritam the chastity. Vidya rupam kuru panam. They were ugly looking with their education. Very nice knowledge is very beauty. And Kama rupam tapasinam. Kama, excuse. Kama is the only the beauty, dignity of Guru Vaishnava's quality. Это различные качества перечисляются, и поэтому гуру Вайшнава не могут простить нас в любое время. Вот однажды случилось около 40 лет назад. Я был ребенком тогда. Была шутка из Америки. Был один ученый, негр был, он был умен, даже американское правительство его уважало. И однажды одна женщина, она прекрасная женщина, она этому ученому посоветовала: ты можешь жениться на мне, и у нас будут прекрасные дети, и они будут такие же красивые, как я, и такие умные, как ты. И этот ученый посмеялся, а может наоборот случится, что они будут такие красивые, как я, и такие тупые, как ты. Смотрите, это по воле Кришны все случается, так наоборот тоже может произойти. Что может ребенок быть таким тупым, как мать, и таким страшным, как отец. Из этой поговорки, из этой шутки следует. И это зовется Йошитсанга, само... Thousands of people like to look at you and pay dandava. This is one kind of bhaga, powers. But, you know, bhagas cheti, yat sangyat. So all these nice qualities вот you can, качества, you can могут, lose. Вы можете потерять из-за джоши санги. If you are going for джоши санга. Джоши санга is so, you know, bad. Санга, она очень плоха. So, и вот Капилджи Махарадж советует. Тешу, ашантешу, мурешу, хандитатмасу, ашадасу, сангам накурьят, сачешу, йоситкарамигешу ча. So, I would request you, mother, it is my suggestion. Я прошу тебя, о мать, мой совет тебе. Тешу, ашантешу, those are restless. Те, кто... All is going for bad association, I mean, йоситсанга. You should not go... Стремятся к йошитсанге, вы не должны общаться с ними, может они выглядят как сатсанга, они, может, выглядят как садду, но они
занимаются асатсангой, ешитсангой, но они хотят доказать, что мы с саду ходят с тилаками, в одежде саду. Это каликал, очень опасно, смотрите. И вот Капилджи, он говорит об этом таком негативном ключе. И вот они разобьют свое сердце в итоге. И поэтому Ома, никогда не стремись к асатсанге, поскольку те, кто следует за ешитсангой, их жизнь подобна. Например, бывает такое, что муж, он слушается жену как собака, выполняет ее приказания. Я в своей жизни видел такое, но такая жена может выгнать вас, убить когда-то, поскольку вы потеряете ваше сознание. Я могу доказать из Бхагаватам. Вот Урваши, она Пурурава. Он был великой личностью. Тысячи полубогов сражались с ним. Здесь демонами они благословили его, чтобы он... И хорошо, я один, меня одного достаточно. И он один сражался с тысячами демонов, и этот могущественный человек. И сейчас он плачет о том, что у него нет Урваши. Посмотрите, в каком состоянии он, в какое состояние он попал. И поэтому вот есть такое. Все теряют свою личность. Кто? Вот Наполеон, например. Наполеон был, он тоже... Никто не может избежать ешитсанги. И вот сейчас Капила дает нам такую сиддханту. Yatha tat sangi sangata 35 sloka. No tatha asyo, like Kapilajima speaking, oh mother, there is no such Kapila говорит, oh мать, bondage. I mean, it is the strongest of all. Oh Mataji, there is no such bondage which you can compare with other bondage. Нет никаких оков, которые можно сравнить с этими. Due to vanity, false ego, you can, because janam, what kind of, you can see, you have money. Если у вас есть, например, деньги, вы очень... Копи? Actually, Кунти Деви already told. И Кунти очень горды. Кунти Деви уже сказала. Janmai sajya sutosti vi re dhamano madahappamano naiva arhati avidatam vai tamakinchana gocharam. So now actually, Kapilji Maharaj is speaking. И вот Капила говорит, о мать, это самое. Зависимость — это самая сильная зависимость, если вы попали в ешитсангу. О мать, это самая сильная зависимость, скажи, сильнее оковы. Если вы, например, ученый, вы гордитесь своей ученостью, это повод для гордости, или родились в какой-то высокой семье, либо очень красиво. И вот это все оковы для вас, но из всего это самая сильная ешитсанга. Понимаете? No tatha svabhavad vandha vandhaschan no pasangata yasit sangyad yatha punso yatha tatsangi sangataha. Yasit sangha means direct yasit sangha. Yasit sangha is прямая yasit sangha. И
косвенное, то есть нельзя общаться с теми, кто занимается Йоши-сангой. И вот Капил Махарадж говорит, кто в этой вселенной, нет никого, кто бы мог избавиться от влияния моей майи, только Нара-Нарайана Риши. И говорится, никто не может избавиться от Майи и Нарайана Риши, но перед ними Майя не может находиться. Вот Индра однажды решил подшутить над ними, отправил какую-то проститутку к ним, к Нарайане. Они совершали аскезу. И вот эта прекрасная женщина пришла, начала танцевать практически голая. Но Нара-Нарайана открыли глаза, посмотрели. И эта женщина, она испугалась, нет, лучше убраться по-хорошему отсюда. И Камадева пришел. Он тоже испугался и улетел. Даже и однажды он к Махадеву пришел, и Махадев он своим огнем он сжег его, и потом он родился как Прадюмна, сын Кришны. Но мы должны думать, что это Камадева — это тот полубог, а Прадюмна он из Галоки. То есть он родился как Камадева, но этот как Камадева, который объединился с Прадюмной, он отдельный. Он потом с ним, как сказать, объединился. Прадюмна он с другой татвой. И Шива его не сжигал. So now, actually, Kapilji Maharaj speaking. И вот Капила говорит. Ришим Нараянам Рите Ясит. Бачен. Ришим Нараянам Рите. Except Нараян, Наранаран, Риси. Ришим Нараянам Рите Ясит. Майя, 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 Майя. Who can get out? Кто может спасти меня? И Капил говорит, только Нараяна Риши, поскольку он Верховный Господь. И он, Капил говорит, о мать, смотри, у меня есть отдельная энергия, бесконечное число. Это энергии, проявление различных энергий, и материальное, оно тоже бесконечное. И ученые не могут сосчитать это все. И Капил говорит, о мать. Майя в форме Майи. Майя в форме женщины, точнее. Гурудев называл всех. То есть мы называем кого-то гуру сестрой, завтра она может нашей женой стать запросто. Yes, right. Practical thing I'm speaking. Это практические вещи, о которых я говорю. You cannot stop me from speaking this. You know, absolutely. So you see, Kapila speaking. И вот Капил говорит, если even Rishi Muni, they also go mad. All you see, all Durvasa, you know, say, you know, every Vasishtha Muni and Vishwamitra, everybody. So it's very dangerous, Mataji. Balam me passo maya ya stri maria yoino disam. Only by this Joshit maya can compare the whole world. И вот эта майя в форме женщины, она может завоевать весь мир, и не нужен никакой Наполеон. Майя, она в форме женщины, она может завоевать весь мир,
и стать успешной. И вот, смотрите, и Капил говорит очень дальше. Майя, она... I grew. I'm just speaking this way. All big, big beer gone. They fall down. То есть это моя время, моя просто взглядом великих героев они могут сойти с ума. И моя она побеждает все. Вот на время Махини. Во время Сагар Мантана Господь явился в форме Махини и даже Шанкара. Даже Шива, он не смог устоять. И вот Шива хотел увидеть форму Господа в форме Махини. И Господь согласился, и она была настолько прекрасна, что она даже была со своей женой, он забыл о своей жене. И после этого Шанкара Кришна благословил. Он был сам Кришна. О, Шанкара, что случилось с тобой? Ты Камджай, что случилось с тобой? От Махини, когда Шанкара бежал за ней. Then Krishna coming. What happened? Он принял форму Кришны. То есть это Махини опять принял форму Кришны. То есть майя настолько сильна, что никто не может. Никто не может победить ее. Ни муни, никакие саду риши не могут победить ее. В любой момент она может победить. И, то есть майя может очаровать их. И вот Капил говорит перед своей матерью: слушай меня внимательно. Сатсевая пратилавдатмалаво бодантия нираядару. Бачанье, you see, actually, йогасу парам, he says, сангам накурият прамадасу яту, йогасу парам парамару лукшу, сатсевая пратилавдатмалаво бодантия нираядам ди нираядару машу. Is a gate of hell. Это врата ада. Вы хотите отправиться в ад? Вы можете. Where is the green signal to go to hell? So same thing Chaitanya Mahaprabhu speaks. И вот Чайтанья Махапрабху говорит. What Chaitanya Mahaprabhu speaks? Что он говорит всем тяги, всем отреченцам? You cannot remember? I also forget. Now you always remember. As always speaking. So you see, I can remember. Вот я вспомню и скажу. Definition of Vaishnava. I can speak. Where is Satsanga? No. Sangam na kuriya pramasa is here. Chaitanya Mahaprabhu speaking. I many times speaking. So anyway, I can remember just now. Sangam na kuriya pramadasu yatu jagosu param paramaru rukshu. Chaitanya Mahaprabhu also speaking same. Niskin chanasso bhagavad bhajanam lukasyo. Нискинчанасо Бхагават Бхаджанам Лукасьо Парам Парам Джио Мишо Бхавасагарсо Сандарсанам Джашина Сандарсанам Джашина Джашина Нахату Мане Сандарсанам Вишайна Мато Джашита Нанчо Ха Ханто Ханто Вишо Бхакхана Топи Ашаду. Same thing, I remember now. Always speaking. You can remember this thing. You must remember. Where is there? Blessing of Chaitanya Mahaprabhu. You must remember this point. That you are going to lose everything. И вот вы должны помнить, что вы потеряете все, если что те, кто хотят избавиться от этого материального мира из-под влияния этой майи, они должны развить эти качества. Иначе невозможно. Те, кто нишкинчаны, они хотят доказать, что они саньясы, парамахамсы. Для них это очень строгое предписание для брахмачари. Why they are playing? С
следуют обету Брахмачари, зачем они так несерьезно относятся к этому. И Махапрабху говорит, Нискинчанасья, Бхагават Бхаджанунукасья, Паран Паран Джига Миша Бхавасагарсья, Сандарсанам, Вишайнам, Сандарсанам, Вишайнам, Джаситананча, Ха-Ханто, Ханто, Биша Бхакканатто Пьяшаду. If you take poison and die, если вы примете яд и умрете, это лучше, чем если вы приняли отреченный уклад жизни, занимаетесь всякой ерундой, то Махапрабху вас никогда не простит. И можете помнить, как Махапрабху наказал маленького Харидаса. О, мать, это врата в ад, помни. Никогда не пытайся стремиться к такому общению, оно неблагоприятно. Те, кто хотят достичь наивысшей цели йоги, Bhakti Yoga, topmost. The extreme point you would like to go, Yogosya Param Paramarurukshu. Yogosya Param, the extreme point of Yoga, if you would like to climb. Paramarurukshu means, if you are going to climb gradually. So be careful. И будьте внимательны, не, не стремитесь к Йошитсанге, и также вы должны заняты быть сатсангой, сатсевой, поскольку без сатсанги вы не можете развить ваше сознание. Это называется вратами ада. Если вы хотите попасть в ад, то не проблема. И вот Капил Джай, и Капил дал много наставлений нам, и мы получаем так много наставлений от него, и после этого мать Девахути, она стала успешной. Девахути, она успешна. Не сын, она одной, Верховный Господь дает ей наставление. И вот знание Девахути она обрела, и она увидит, что все во тьме, кроме Верховного Господа, нет ничего ценного, чем мы могли бы наслаждаться в этом мире. И вот после того, как она осознала все, Девахути начала предлагать свои молитвы Господу. Вот это. Jannamadheya savananu kirtana jat prahovanat jat smaranat upi kachit sadu upi saddo savanaya kalpate kutaha punahaste bhagavannu darshanat aho vato sapachato upi goriyan jat jivhagra vartate namato vyam tepu stapaste yuhu susunarya Brahmanau churanam grinanti jete. Ah, so nicely. I mean, Devahuti Mata singing. Jannamadheyo savanam. Devahuti говорит. The name of Supreme Lord will be here and sing. И вот слушать. Если я медитирую о имени Кришны, я могу видеть Кришну. Анукиртана значит под... Then,
Devotee Mata speaking, Jannam Devakuti говорит, from kirtan and meditation, из медитации, из киртана, кто слушает, воспевает и слушает, remember, you know, и памятует, саду апи, саду means, сада апи, саду, сад, саду, значит, кута, куку, са значит собака, подобно yes, you can go to Thailand here. Собака on еды. Christmas Day in newspaper I find all cats and dogs there. In Christmas Day. They are in queue, big queue. Yes, I can saw in my magazine. In big queue. They cannot supply meat. Собака еды. Sometimes cat meat. Sometimes даже dog meat. В некоторых странах едят мясо. Там кошек, собак. Cow meat. Cow beef. И прочее, Shado, но и вот эти, кто собакоеды, instantly they become fit to do for fire sacrifice. They become so strong. It is not, you know, exaggeration. I am not speaking, you know, some philosophy, false philosophy. It is written there. Shado api sattu sabanaya kalpate. He become fit to perform yajna. И вот и они становятся достойными совершать огненные жертвоприношения больше, чем браманы. Но все же это не значит, что мы можем нарушать устои варнашрамы дхармы. Бхактина такого говорит, нет. Вы достигли парамартик браманатмы. Но пусть это материальные люди, они этим дальше занимаются. Вы занимаетесь баджаном. И вот 7 Kutaha punahaste bhagavannu darshanat. What we can say if you come in front of us, if you look you, then what we can speak more? Ahobato sapachatoto goryam yajyuhagri vartate namato vyam te bhajante pu te pustapaste yuhubu susnurarya Brahmana Churanam Granamti Jethe. Those who are more than, you know, those who are fallen show. Те падшие души. Those who are very, very fallen soul. Те, кто очень падшие. Сапачутоби Гориян. Гориян means? Гориян. If they are doing Krishna Bhajan. Если они совершают Кришна Бхаджан. Ахубату. То. Сапачуату Гориян. Джаджюхагри Бхартате Намадибьян. If you find если мы находим, что кто-то вот в крематории, он этот, кто-то поджигает, сжигает мертвецов, трупы сжигает в крематории, можно найти таких людей, обычно черные, они все, ну, сжигают их, в общем. Be careful. И будьте внимательны, помните, что Капил говорит, если он настолько падший, но все же он воспевает святые имена Господа, он больше, чем Браман, поскольку он повторяет Харинам. И кто это говорит? Девахоти, о Господь, когда мы находим, что святое имя, оно танцует на языке этих душ. Я могу много примеров из читания Чайтамити привести и прочее. Вот Харидас такого, Джору такого, Калидас. Он был родственником Рагунандас Гасая. Он пошел в дом Джару Такура, они из низкой касты.
И сейчас, когда он пришел, Джоратакур начал плакать, что я из очень низкой семьи, что я могу сделать для тебя. Ты даже не можешь воду в моем доме принять. Лучше я организую твой обед в доме какого-то чистого брахмана, а Калидас говорит, нет, не беспокойся. Я пришел получить твой даршан. Как даршан меня, я настолько падше, нет, ты великий преданный, и я манго для тебя принес. Мог бы ли ты принять? И вот взял он коробку манго принес, отдал ему и после этого он ушел. Но сегодня я ухожу, в следующий раз еще раз приду. И Джоратакур дал наставление жене, что манго принес целую корзину. Поэтому давай помой это все. Я Кришне предложу это в уме. Мы падшие души, у нас нет права шалаграмма поклоняться и прочее. Поэтому в уме предложим Кришне и примем. И вот жена помыла манго, а Джоратакур, он не предложили, и начали есть, а эти семечки и кожуру манго они выкинули. А этот Калидас, он ждал, когда они выкинут эти семечки, семена и шкурки манго в мусорку, он потом пойдет и возьмет это. Но знал, что он свою участь ему не даст, поэтому он ждал так. И вот, когда он увидел, что они все поели, выкинули, и он пошел, взял, начал есть это и плакать от радости. И вот Шри Чайтанья Махапрабху знал о его таком служении, и когда он пришел в Пури, в Нилачалдам, Шри Чайтанья Махапрабху никогда никому не позволял брать воду, которая омыла его стопы. И вот он перед тем, как войти в храм Джаганатха, он начал принимать эту воду с его стоп. Махапрабху смотрел на него, вот он два раза выпил, там третий раз выпил, и Махапрабху сказал, хватит, поскольку ты веришь в учиству вайшнавов, поэтому хватит тебе три раза выпить мои чаринамриты, даже Брама и Шанкар, они не могут это обрести, а то, что обрел Калидас. Настолько крепкая вера в Гуру Вайшнавов должна быть у вас, будьте осторожны. Когда Харидас Такур, он вот. А Адвайта Ачарья ему предложили подношение с Радха. Он сказал, зачем мне, я спадшая душа, зачем, надо браманам предложить. А Адвайта Гасай говорит, молчи, согласно предписаниям Писания, я думаю, делаю лучше, что я могу. Если я предложу то, что просад тебе, я получу благо от кормления десятков миллионов браманов. То есть нельзя даже тебя сравнить с этими десятками миллионов браманов, ты настолько возвышен. Я знаю это наверняка, я знаю, что делать, поэтому сиди, молчи и ешь. И вот Харидас Такур был вынужден принять этот просад. И вот Шрадха. И таким образом, смотрите. So we are going to stop today. И вот сегодня конец. Jannamo, Jannamo, Dheya Savanano Kirtana, Jatravana, Jatsmaranada Pikachit, Shadopi, Shadda Savanaya Kalpati, Kutaha Punasti, Bhagavan, Darshana, Vancha Kalpatur Vasiki Basindu Bhavcha, Pachitanan Pavana, Bho Vishnu, Bhyo Namo Namaha. Итат нибритта манана ничата макуту хайм йогинам нипур нилитам харинам анкиртанам.